Об итогах работы и приоритетах на перспективу говорили сегодня на расширенном заседании коллегии прокуратуры. Участие в заседании принял глава Чувашии Михаил Игнатьев. В прошлом году прокуроры республики пресекли немало нарушений в трудовом законодательстве. Благодаря своевременному реагированию была сокращена в два раза задолженность по заработной плате работодателей. Правоохранители возбудили 10 уголовных дел против организаторов финансовых пирамид, от действий которых пострадало более 2000 жителей республики. В центре постоянного внимания прокуроров находились и вопросы соблюдения прав и интересов детей. Нарушение закона при строительстве жилья сиротам, ненадлежащее медицинское обслуживание, отказы при приеме детей в дошкольные учреждения. Всего в этой сфере было пресечено более 9 тысяч нарушений. Взаимодействие прокуратуры и региональной власти выходит на первый план. Основная масса нарушений устраняется на стадии согласования нормативно-правовых актов. Только в прошлом году прокуроры изучили более 10 тысяч проектов. Более 2000 незаконных актов, которые в подавляющем большинстве случаев издавали муниципальные законодатели, приведены в соответствие с федеральным законодательством после оспаривания прокуратуры. Большой объем работы проделан и по другим направлениям. В общей сложности пресечено почти 65 тысяч нарушений закона. Каждое третье правонарушение связано с различного рода ущемлением социальных прав граждан. По всем внесены акты реагирования. Виновные должностные лица понесли заслуженные наказания. В связи с этим ежегодно возрастает степень доверия граждан к прокуратуре. В прошедшем году поступило свыше 40 тысяч обращений.